Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам пятница. О, девочки. Счастье, радость и удовольствие. Ну, давайте смотреть подробнее. Денежки какие-то вам придут заработанные. Это может быть зарплата, это может быть прибыль в бизнесе, там оплата за что-то. Ну, в общем, денежки, которые вам положены. Мужчина тут у вас появляется, шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый, с чувствами к вам. У кого-то это может проиграться как новое знакомство и новые отношения. У кого-то может быть мужчина знакомый, он прям с такой страстью к вам. Но будьте с ним начеку, в общем-то. Не всегда этот мужчина то, что говорит, то и делает. Какая-то поездка я вижу после обеда. По какому-то делу, которое вам нужно сделать или решить, может быть, какой-то вопрос. Вот, ближе к вечеру подарки, сюрпризы могут быть от детей, внуков или от мужчины. Но мужчина другой, черненький, черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой. Вот, как-то вы переживаете из-за него почему-то. Вот от него могут быть какие-то подарки, сюрпризы. Ну и вечером, смотрите, такая семейная идиллия, в общем-то. Но семья может быть разная. Это могут быть дети, это могут быть родители, родственники, ну и так далее. Может быть мужчина, может быть муж и дети. У всех по-разному. Карта совета на пятницу, богиня Баст. Независимая. Да, независимость – залог вашей силы и успеха. Это вот как раз о том, что тут вам нужно будет прям чего-то добиваться, да. То есть помните о том, что вы абсолютно независимы. Ни от кого вы не зависите. Начните улучшать свою жизнь прямо сейчас. Переходите по ссылочке в описании и начинайте.